Я так и не стал воином, как мой отец. Ну надо же. Из его сундуков все, что хочешь. Наконец-то, легендарка! Не оружие, блин! Из 20 легендарок до этого было только оружие. Так. Очень неплохо. Уменьшение времени восстановления всех умений на 4%, плюс 36% сопротивления моме. Скорость восстановления здоровья в секунду увеличивается на значение вплоть до 85%. Процентов в зависимости от недостающего запаса здоровья. Будем делать вид, что я что-то понял. Но скорость восстановления здоровья действительно поражает. Все, можно валить. Нехило зашли. Легкая легендарка. При этом полезно. Так, я этому урюку забыл передать кольцо старое. Я думаю, 56 к силе дает больше. Я это возьму. Да. Чем 3-4 урона. Да ты все возьмешь. Не делай вид, что ты гурман. Так, а как туда добраться? Что это за кувшин вообще? Что это за кувшин такой, как туда добраться? Интересно. Хм. Ну ладно. Не можем, так не можем. Сомневаюсь, там что-то особо ценное присутствует. Птицы еще сейчас доставать будут, да. Полчаса кружить. Придется останавливаться, ждать, пока они сядут. Не терпеть же над головой своей такое. Что вы здесь в одиночку-то делаете? Непонятно. Ловит не пойми что. Не хватает гнева. Не, очень неплохо. Очень неплохо с этим кольцом получается месить. Урон насколько вырос? Незначительно, но мне кажется, что значительно. Ну, наверное, мне только кажется. Хотя, кто его знает. Мне нужно больше гнева. Зараза, а? Вот, что меня бесит, так это то, что они меня откидывают, когда я... бью. Урон они мне не наносят, но откидывают. Мешает мне бить противника. Здорово. Как сиделось? Неплохо. Ну, с этим покончено, могу сказать. Временами мне кажется, что будь я простым работягой, я был бы куда счастливее. Крестьянин не совершает подвига. Он просто... Будь ты обычным работягой, ты бы, скорее всего, сдох бы, а не был бы счастливым. Ты там все еще базаришь. Я на километр ушел, он здесь стоит, базарит. Ну, у меня теперь вообще здоровье как-то не могут отнять с этим кольцом. Веселая история, да. Оно очень нехило лечит, насколько я понимаю. Очень нехило. Не хватает гнева. Гребаный пак, а?
Что ж такое бомжовское снаряжение-то вываливается? Могли что-нибудь получше запихнуть в него? Ну а, в принципе, на снаряжение можно сейчас не жаловаться, мне всего хватает и... Даже больше, чем хватает. Слишком уверенно для сложного уровня я как-то все это дело прохожу. Пора переходить на истязание, я чувствую. Хотя я об этом пожалею, если это сделаю. Потому что там будет слишком резкий прыжок в уровне сложности. Ну, меня будет кто-нибудь атаковать-то вообще? Меня никто не бьет. Зашибись. Еще один сундучок. Здрасте. А что это у вас тут валяется? А если вот так вот? Что меня зажимает? Не надо этого делать. Наверное, это ошибка. Так, ну здесь больше ни черта нет, кроме парочки говнюков. Невидимых. Но это не страшно. Еще парочка невидимых говнюков. Отлично. Вас туда же. И с тем же. До свидания. Так, что? Откроем, заглянем. Там может быть что-нибудь ценное. Вот склеп запечатан с помощью магии. О, пак! По-моему, да? Да. Вот эти меня уже дамажат. Вполне. Но все равно, вряд ли они мне что-то сделают особо такого опасного. Давайте подыхайте, а. Один приспешник вообще полный. Или это не приспешник? А, это фетиш? Тут еще и фетиши заодно. Интересно. А почему он только один, а где все остальные? Я всех остальных убил уже, что ли? Я даже не заметил. Откуда они взялись, когда это произошло, и так далее. И снова полная фигня. Урон от умений. Уменьшает затраты всех ресурсов. Это чисто для героя. Для компаньона это не подойдет. Готовься к долгой битве! А, погодите. Это еще не все паки. Точнее, не паки, а не все фетиши. Так, ну и где третий? По-любому он же был в одиночестве. Это не последний, я так понимаю. Это второй из трех. Ладно, посмотрим сейчас. Выпадет что-нибудь нормальное, значит последний. Не последний, блин. Где третий-то? Плевать, потом разберемся. Все равно все это будем обходить. Так, ну здесь есть нормальный сундук, насколько я помню. Легендарный сундук. Поэтому вполне есть вероятность найти что-нибудь интересное. Я пока не могу это открыть. Принесло мне лишь страдания, и я не позволю, чтобы на мой род пало тоже проклятие. Мои сокровища останутся в этой комнате навсегда, и никто не разгадает ее секрет. Повернуть три рычажка — это прям великий секрет, который надо разгадывать несколько тысячелетий.
Ну еще бороться с мухами при этом, конечно, надо. Это уже другое дело. Это уже совсем другой уровень задач. Так, ну рычаги все вот здесь вот. Суть по всему. Заколебали глисты электрические. Не говорите мне, что это угри. Это обычные глисты какие-то. Угрями их язык не поворачивается называть. Из толстяков эти гусеницы и то побольше вылезали. Так, неприятные, господа, неприятные. Придется с ними со всеми разобраться жестко и быстро. Насколько это возможно, конечно. Но у них у всех эти гребаные молнии. Зато у них у всех есть аптечки. Ну и все, в принципе. Сам босс мне уже ничего не сделает. Пучар-червиед. Покажи мне того, кто тебя так назвал. Я над ним поржу, потому что над тобой уже поржал. Надо еще над тем, кто это придумал, поржать. Чар-червиед. Поэтому ты такой злой, да? Я бы именно поэтому был бы зол на твоем месте. Скотина. Это да. Надо бы полчаса бить, потом, чтобы ничего не получить. Вот это коварство, вот это я понимаю. Спокойненько. Все просто сейчас сгораем, и я иду дальше, окей? Я умею договариваться с противниками. Давай, давай, давай. Чё здоровье не отнимается? У меня только отнимается, и все. Опять бесполезная фигня. Ввели, главное, новое оружие. Цепы. Офигеть. С чем я хожу? С цепом? Нет, я хожу не с цепом. Совсем с чем угодно, но не с цепом. Супер нужное оружие прям выпадает. Где этот дурацкий рычаг? Сколько можно до него переть? Офигеть, здесь подземелье не маленькое, конечно, получается. Неразветвленная, конечно, но очень продолжительные эти коридоры. Что-то, по-моему, раньше все меньше было. То есть в этой части вообще ни черта нет, да? Кроме сундука с какой-то синей шмоткой. Заткнись. Еще один такой прикол, и я скину тебя в какой-нибудь водопад вот такой вот. В сточную канаву. Отлично, опять мисклик. А здесь фетиши. Вовремя я мискликнул, да. Я это умею. Ну ладно, глисты, в принципе, большим здоровьем-то не обладают. Поэтому не страшно, я думаю. Да я же на вас, блин, апатию наложил. Какого черта? Мне не хватает гнева. Тихо! Ну почему я же нажимаю в тот момент, когда надо?
А вместо этого получаю облом. Не успевает он отличиться.